Всем приветики, ребят! Вы на канале Маша Машуня и Лялечка Юля. Кто забыл подписаться на наш канал, обязательно подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик, ставить нам лайки. Ну а сегодня у нас видео-челлендж. Суть челленджа такова. Мы заходим в ТикТок, включаем прикольные маски. Сейчас вам покажу, какие. Так, вот я одну тут сохранила. Посмотрите, какая она прикольная. Бля-бля-бля-бля-бля. Такая вот странная. И вот с такой маской я попробую сегодня накраситься. И я не знаю, что с этого выйдет, надеюсь, что-то прикольное. Ну что, по крайней мере, это будет весело. Идея не моя, поэтому не надо мне писать, что я твору чьи-то идеи. Ну чё, погнали. Кстати, буду делать я макияж нюдовый. Так, ну что, погнали. Я очень волнуюсь. Будем делать нюдовый макияж, я уже до этого говорила. Для начала я наношу крем. Просто обычный крем. Увлажняющие, чтобы не пересушить кожу. Немного наносим. Ой, как это странно. Так, наносим вот так немножко. Вот так вот, легонечко. Мне кажется, это будет что-то с чем-то. Теперь будем наносить... Что будем наносить? Будем наносить тени. Так, берем кисточки. Берем кисточки. Так. Вот у меня тут сбоку есть палетка. Здесь у меня косметика лежит. Вот такая палеточка. Берем. Вот. И будем наносить. Это будет просто что-то с чем-то. Вот такой оттенок берем. Как неудобно. Мне кажется, вообще ничего не красится. Что-то изменяется вообще? По-моему, ничего не изменяется. Так, на этот глаз наносим. Какая смешная, красивая. Да, просто вообще шок. Ну, мне кажется, вообще ничего не изменилось. Теперь немного потемнее берем. Вот этот. О, как это неудобно, ребята. Так, стоп. Что-то я вообще запуталась. По-моему, вообще что-то ничего не изменяется. О, ничего не изменилось. Ладно, давайте будем пальцы наносить, потому что пальцами хотя бы будет какая-то разница, мне кажется. Вот наносим вот этот вот. Голден оттенок. Вообще тут ничего не видно с этой маской. Какой ужас. Так, наносим. А еще нас ждут стрелки. Так. Ну, я не знаю, что-то такое получается, но мне кажется, что это просто какие-то синяки. Слушайте, мне кажется, что я вот тут под глазом нарисовала. Надо подтереть. Берем ватный диск. Я почему-то очень волнуюсь, потому что, ну, серьезно, это очень тяжело вот в этой маске. Вот это. Так. Подтираем. Мамочки. Делаем стрелки. Ладно, давайте наносим. Мамочки. Мне так хочется посмотреть в зеркало, что это выходит. Вот. О, мама, рыбочки, мама. Так, я надеюсь, что красиво выходит, а в маске, ну, конечно, в маске вообще стрёмно. Ой, господи. Надеюсь, что в жизни будет покрасивее. Что-то мне кажется, что в жизни это будет еще страшнее, чем в маске. В маске хотя бы непонятно. Так. Ну, стрелки будем считать, что нарисовали. Теперь добавляем в уголки глаз золотой карандаш. Как бы себе в глаз не тыкнуть. О, как это неудобно, слушайте. Ужас какой-то. Так, теперь будем акцент придавать нашему макияжу. Вот у меня есть вот такие блестки. Достаем. Они очень крутые, мне они очень нравятся. Ну, серьезно, они реально очень крутые. Берем их. Вот они яркие, вот такие, вау. И делаем акцент нашему макияжику нюдовому. Мамочки, как это неудобно. И вот. Еще. Так, теперь нам нужно эти блесточки растушевать. Потому что, ну вот, что это такое? Что это такое? Так, берем вот такую вот кисточку. Не знаю, она для растушевки или нет, но я ей обычно пользуюсь. Вот, вот так вот делаем, вот так вот. Вообще, наверное, она... Чё бибикают за окном? Кто бибикает? Вот, вообще она, по-моему, как я
насколько я знаю, для хайлайтера. Вот для чего эта кисточка? Напишите в комментариях. Вот. А я пока что буду растушевывать ей блестки. Ужас какой-то. Ужас. Давайте ради чистого эксперимента возьмем ватный диск и мицеллярную воду и посмотрим, я вообще что-то внизу у меня есть там или нет. Я промазала. Вот так вот глазом проводим. Мама. Вы это видите? Так, походу я сильно промазала. И это то, что я промазала, не промазала, видите только вы. А я вижу вот это вот. Ужас какой-то. Так, ой, вот тут я на носу заметила. Так, теперь наносим тушь. Тушь — это вообще больная тема. Я и без этой маски, с зеркалом обычным, вот тут постоянно крашу тушью. Но сейчас не знаю, сейчас не знаю. Ой, мамочки. Как это неудобно. По-моему, я промазала. Ужас какой. Так, я уже вижу, что я промазала. Ладно, окей. Так, теперь наносим хайлайтер. Хайлайтер. Вот такой у меня в стике сегодня. Голден. У меня вообще макияж голден. Так, теперь вот так вот наносим. По-моему, я переборщила. О май гад. Как понять? Теперь берем кисточку для хайлайтера. Вот. И растушевочка, девочки. По-моему, я сегодня буду сверкать, сверкать, сиять. Конечно, обычно эта кисточка плохо растушевывает этот хайлайтер. Ну ладно. Ничего, без разницы. Если кто-то мне напишет в комментариях, что это кисточка для ногтей, ребята, вообще-то эта кисточка продавалась в комплекте с кисточками для макияжа. Да, ее тоже используют для этого, для ногтей, но для макияжа ее тоже используют. Поэтому не надо мне вот это тут. Она вот, вот. Ужас какой получается. Теперь наносим блеск для губ. Вот. Наносим блеск. А как вы? О, как неудобно! Привет, я думала, это выйдет. Ой, ужас какой-то. Как это? Вот, вы посмотрите. Вот, что это такое? Это не кисточка. Ужас какой-то. Такс. Ну, вроде мы все нанесли, девочки. Теперь будем смотреть мои реакции. Я очень волнуюсь, по-честному. Убираем маску. Вот такую вот. Прощай, маска. Эх, как я буду по тебе скучать. На раз, два, три. Фух. Раз, два, три. Мамочки. Ну, в принципе, стрелка-то какая ровная. Слушай. А стрелки-то какие ровные! Я в шоке, девочки. В уголке все нормально. Тень, в принципе, видно, потому что в маске вообще непонятно было. Ну, конечно, блеск немного, но, в принципе, таким бы макияжем я бы даже за хлебом не вышла. Но с такой маской, знаете, это так тяжело было нарисовать. Ну, как-то так вот. Я уже смыла макияж, мне этот эксперимент очень понравился, ну, реально было весело. Вот, а если хотите вторую часть, там, где я буду делать неоновый макияж, это вообще будет трэш, серьезно, эти пигменты, они все сыпятся. Вот, тогда ставьте лайк на это видео, я пойму, что нужно сделать вторую часть. Вот, а если вам понравилось это видео, тоже ставьте лайки, не забывайте подписываться на наш канал. Всех любим, до новых встреч!